Готовим цельнозерновые кексы с яблоком. Берем сливочное масло. Дальше сахар. Растираем масло сахаром. Вливаем молоко. Перемешиваем. Дальше кладем одно яйцо. Дальше добавляем цельнозерновую пшеничную муку, разрыхлитель, ванильный сахар, соль и корицу. Хорошо перемешиваем. Дальше добавляем яблоки. Еще раз хорошо перемешиваем. Готовое тесто выкладываем в форму для кексов. Утрамбовываем и выпекаем 30 минут. Яблочные кексы готовы. Всем приятного аппетита! С вами была Дания.